По мнению российского эксперта, хочется избежать новой армянской авантюры. Как передает Азия Ас в интервью «Калибер Ас», российский политолог, обозреватель портала ИноСМИ, Дмитрий Бабич заявил, что вопрос перевооружения Армении во время встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна не поднимался. Однако это очень опасная тема. Всем понятно, что армия Азербайджана вооружена намного лучше армянской. И в этих условиях попытка перевооружить ВС Армении очень опасна, поскольку может создать у армянской стороны искушение, ложное впечатление, что возможен реванш. То есть, это как тушить пожар керосином. Внушать людям, что они могут переиграть проигранную партию, неправильно. Вообще, необходимо помнить, откуда возникали все конфликты на постсоветском пространстве. Когда начала разрушаться единая система управления Советским Союзом, у националистов, особенно армянских, возникло впечатление, что горы двигаются. Ситуация меняется. И надо сейчас как можно скорее воспользоваться ситуацией, и нужно вылепить себе новое государство, потому что потом не будет такой возможности. И вот в таких случаях они кидаются на всякие авантюры, которые называются войной. Очень хотелось бы этого избежать. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.